Всем привет, ребят. Ну что, сегодня я вам покажу и заодно сам потестирую троих героев, которые, в принципе, кайфовые. Можно было бы сюда еще четвертого добавить барда, но он донатный. То есть это три бездонатные героя, правда, они топовые сборки с огненкой десятую. Ну, огненку десятую не проблема прокачать. Истинная вера. Десятая, девятая. У бездонатов, конечно же, будет выбор, потому что вариаций, как вы знаете, у многих нету эмблем, но огненку некоторые ребята, кто играет давно без доната, девятку могут тоже собрать. Да и, в принципе, можно ее получить на некоторых серваках. Все уже зависит от сервера, от кучи разных нюансов. Моя задача вам показать и потестировать троих героев, которые, по сути, на сегодня делают игру. Это у нас будет вот такая вот Фрея. Я вчера ее показывал супер питомцем, но сегодня будем мы ее тестировать именно на битве гелий за счет стойкости, за счет этого таланта. Ну, здесь, конечно, это я заебался, честно говоря, ролить обряд лечения, он ни хрена не падает. Вот такой вот Ронин. Ожог плюс вера. Можно другое что-то поставить, можно поставить огненку. Вариации разные, давайте даже ради интереса поставим. Просто уже настолько интересно. Поставим девятую. Вот отлично, у меня есть девятая огненка. И у нас будет оккультист. Для чего? Я вам тоже покажу, расскажу. Он у нас более такой веселенький. У нас сегодня хорошая битва гильдий. И есть хорошие противники с водушками, со всеми приколясами. И, в общем, смотрите, есть Зефир, есть Фрэнк, есть Лиса, Ворожей и Фобос. Все с воодушевлениями, то есть все атакующего плана. Я просто вам покажу на примере Огника, как он сейчас просто улетит. И мы сразу же с вами потестируем и других героев. Огник у меня, десятая Огненка, десятое СО, плюс уклонение, плюс супер питомец, как видите, у него стоит. То есть у него дофигища уклона, максимальный уклон. Ну, можно было бы еще немножко добавить за счет плюс 1500 сделать. Но, как вы видите, он очень круто проседает и его практически сливает. Ну, такой вариант Огника с супер пэтом для БГ не подходит. Потому что если он не бьет здание, там не держится. Сейчас мы снимем супер питомца. Я просто тестирую, чтобы посмотреть максимальные возможности уже. Да, по нему мисс. Ну, как видите, очень много попадают. И шанс его слить, конечно же, есть. Вот недомогания начали работать. Вот я сейчас посмотрю, сколько у него все-таки уклонения. Это еще у меня, ребят, титул прокачанный. Двадцать одна тысяча уклонения. Вот почему по нем не попадают. Убираем. И то вы видели, что попадают. То есть шанс его слить очень большой. Если они будут по нем бить все вместе, то я думаю, они бы его слили. Ну, в принципе, в ладушке. Так, поехали обратно. Там 14-е максимальные все герои. Убрали мы супер пэта. Минус 6000 уклонения. Как видите, миссы уже не так часто проходят. И вот, его нет. Закидываем сюда Зефира. То есть это топ донатные герои. Ну, Зефир, понятно, он у нас будет сейчас юнитов разваливать. Ну, посмотрите на Зефира. Тоже дохнет. Зефир тоже неплохой сборки. Ну, здесь, правда, стан стоит. Ну, тоже сливается. То есть донатные герои как бы уже не особо тащат. И теперь поехали, будем с вами тестировать. Давайте начнем с Ронина. Мне интересно, будет ли он сливаться или нет. Потому что многие ребята пишут, Ронин сливается. Да, проседает. У нас, кстати, стоит здесь Огненка. Лис его убивает.
поехали дальше. Оккультист. Ну, оккультист у нас супер пэтом. Сейчас мы, наверное, супер питомца выберем. Чтобы сразу же посмотреть, как вариант для битвы гелий. Давайте сразу вам статы. То есть с огненкой такой вариант проседает. Нужен ожог. Либо ожог плюс истинная вера. Понятно, для бездоната это более проблемно будет. Такс. Статки 11 тысяч уклонений у него. Но опять же, с титулом. Все равно он дохнет. Так, собрали, поехали. Оккультист. Герой превращает входящий урон в отхил. Сливается тоже на изи. Куча дебафов, но видите, без супер питомца нифига не светит. Это, ну, опять же, учитывайте, это я играю против максимальных героев, то есть я вам показываю тест против максималок. Если у вас не такой топ, не такие противники, эти герои вам подойдут, и они будут у вас тащить и тащить. Но я играю против максималки. И теперь самый интересный, ребят, тест. И пойдем уже проходить битву гильдий. Фрея. Внимательно смотрите на Фрею. Сколько она выдержит. Если те герои сливались за секунды, то здесь совсем все по-другому. Герой имеет хорошую стойкость. Ну вот, хорошую стойкость я имею в виду, что он имеет стойкость. Плюс обряд лечения. Уклонения, как видите, не работают толком, хотя герой собран у меня на уклон. Но посмотрите, как герой держит. Плюс еще превращается входящий урон в отхил за счет истинной веры. В принципе, как вариант, я вот тестировал, пробовал, я не отвлекаюсь здесь мобами. То есть юнитами, не отвлекая удар, урон. Но герой стоит свыше одной минуты. Если мы будем отвлекать, можем в принципе сейчас и попробовать нанять юнитов. Думаю, будет поинтересней даже. Но пока держится. Минуту продержалась. Это без питомца. То есть, как вариант, такая сборка на битву гильдий будет круче даже того же самого Родина. Оккультиста, как видите, их сливают. Ну, понятно, почему сливают. Потому что максимальные сборки. Один герой против шести, это, конечно, не то. Но вот вам Фрейка, которая на сегодня действительно тащит. И есть неплохой вариант. Если у вас есть Ронин, плюс-минус похожий. Ну, там не буду я стоять все время. Понятно, что нас бы слили. Ставим теперь супер питомцев. Ой, говорю супер питомцев. Ставим просто обычных питомцев на битву гильдии. Попробуем сейчас вариант. Конечно, может и сольемся, как обычно. Шанс слева, как обычно. На оккультиста мы поставим. Такой вариант. На Фрейку. Сейчас мы затестируем, сможет ли Фрея вынести за это время при такой сборке. Так, что у меня здесь? Попробуем такой вариант. На всякий случай для подхила, для реса. Так, теперь самое интересное. Какие варианты у нас есть? Мы можем выпустить Фрею. Вот мне интересно, сможет ли Фрея за это все время, я опять юнитов не взял, вынести базу. По сути, она сносит, как видите, очень даже неплохо. Но единственное, она может не хватить времени, хотя, думаю, сейчас посмотрим. Сейчас, наверное, возьмем все-таки юнитов. Ну вот она отхилилась.
То есть такая сборка Фреи на сегодня самая топовая. Не надо маскировки. С маскировками блокируется, герой сливается. Многие скажут, вот маскировка меня тащит. На максималках, вот против таких героев, когда будет еще землеройка стоять, здесь землеройки, конечно, нет. Плюс молчанка от Фобы, ну, Фрея с маскировкой ничего сделать не сможет. Плюс еще заморозка у нас, ну, то есть тут герой, по сути, все время стоит в стане. Знаю, хватит, не хватит времени. Это мы выпускаем Фрею. Сюда мы можем выпустить Ронина, который дополнительно у нас подобьет. Ну, я думаю, немножко зданий, потому что все будут в основном заагрены на Фрею. Сейчас мы попробуем это на другой. Ну, это реально вот новая имба для битвы гильдии. Если же эти герои не тащат, как видите, против определенных сборок сливаются. Хотя истинная вера очень крутая тема. Но здесь точности хватает. Вот, пожалуйста, одна Фрея соло вынесла. Поехали следующих посмотрим. Может, тут что-то тоже интересное, я еще их не смотрел. Зефир, Ватушка, Мэри, Огник. Ну, тут не настолько интересный топ, как там. Бард. Ну, как вариант, давайте попробуем Ронина. Посмотрим, сможет ли он здесь что-то сделать или нет. Честно скажу, нормально. Тащит. Держится, по крайней мере, неплохо. Если Ронин набивает у вас 50-60%, то, в принципе, база проходима. Но опять же, мы не отвлекаем юнитами. Мы просто чисто кидаем. Можно вот это все отвлекать юнитами. Давайте юнитов все-таки найму. Ну, Фрея мне очень понравилась. Такая Фрея, наверное, плюс. Даже плюс сейчас от Лиса на то, что он стоит на этом, на дефе, то, что он просто не дает Фрее бежать дальше. Он ее замораживает в одной точке. И это однозначно плюс. Она не бежит героем, особенно Мэри не может ее слить. То есть такой вариант, как по мне, очень крутое. Опять же, можно использовать, это я вам показываю прохождение одним героем. У вас есть и герои, которые будут резать, герои, которые там дополнительно будут наносить дамаг. Вариантов, возможностей дофига. Я уже тестирую максимум, который можно получить от героя, это когда он один против толпы. И, как видите, Фрея пока с этим успешно справляется по сравнению с другими героями. Хотя и Ронин, думаю, если мы сейчас будем спамить юнитами, он тоже будет тащить. Тем более у нас сборка стоит истинная вера и девятая. Это можно Огненку поставить, можно поставить ИСУ, можно поставить выживание. То есть вариантов очень много разных есть. Давайте, кстати, даже тестанем. Я поставлю 10, без разницы, какой оно там будет. Нет, хотя поставлю нормально, поставлю 8. Скажут, опять на максималках тестирует. Такс. Поехали, будем пробовать. Кажется, с выживанием даже получше будет. Ну, раз на раз, видите, не приходится. Ну, надо много спамить. Ладно, будем много спамить. Что нам терять? Все равно слился. То есть сливается. Хочешь, не хочешь. Надо, наверное, больше спамить. То я как нубас покидал пару штук. Ожидая результата. Давайте будем больше спамить.
paper chest, you gotta plan the moves. Middle fingers up, I'm not a fan of rules. Fighting for the right to live in peace and not like animals. Надо спамить желательно по кулдауну. Так, там стан он словил. Там он попадает. Сливает. 45%. В общем, Ронин уже, по сути, ну такое. Опять же, здесь сборка просто обычная. Выживание с этим. Но, как видите, все-таки, к сожалению, сливается. Поехали. Смотрим на фрейм. Здесь нету Фрэнка. Здесь нету кучи других автопрокеров. Единственное, что есть здесь Мэри. Если она у нас будет с отражалкой, и мы будем по ней бить, то мы будем получать нормальный люлей. Но пока вроде все будет. Как видите, в данном случае Лиз просто нам делает очень огромный плюс. Мы загрены на ворожая, и отлично. То есть такой вариант у нас Фрей даже не проседает. Можно себе спокойно пить кофеек и не париться даже. То есть не надо даже спамить там еще что-то. Вот вам явный пример. Один герой, ну, это бездонатный герой, который будет реально крутой. Стойкость не проблема. Истинная вера тоже, думаю, не проблема. Без донатов по-любому стойкость есть, потому что это один из древних старых, кто не сливал, конечно же, ее. Истинную веру наролить вариант. Либо же где-то получить истинную веру, но это более проблемно, я думаю, на многих серверах для без доната. Ну, если вы донат, то тут говорить даже не о чем. Вот вам минимальный вариант. Хорошая Фрея, которую будет сложно слить. Я ее буду сегодня тоже тестировать на атаке фортов. Именно такую сборку. Вот, пожалуйста, без проблем. Поехали следующего топа посмотрим. Что тут у нас? Тут у нас уже есть стрелок, кстати, интересно. Лиз, Мэри. Хорошо, если мы попробуем сейчас, ну, в наглую пойдем на Мэри, интересно посмотреть. 234 от хил, ну, Мэри здесь должна, по идее, убивать ее. Но Мэри, насколько я вижу, там без точности, потому что очень мало входящего дамага. Мисает. Но сливает более-менее уже половина у нас. Ну, через Мэри, понятно, через Мэри бессмысленно нападать, она будет нам давать больше дамаг свыше нашего лимита. Так, я Ронина выпустил. Кстати, Ронин вот на такие вот базы вполне, я думаю, очень ничего. Но это опять же, ребят, это максимальные базы, где есть все топовые герои с там 13-14 скиллами. То есть вы смотрите на свой топ и определяетесь. Здесь герои набивают 50%, у вас же они будут набивать все 100%. Ну вот, пожалуйста, Ронин вполне против лисички стоит. Зефир у нас без воодушки, и все без проблем проходится. То есть на каждую базу, конечно, желательно иметь какой-то свой вариант, какого-то своего героя. Вот вместе вдвоем, плюс можно еще дополнительно докинуть им оккультиста. Они втроем будут реально тащить, потому что оккультист будет превращать входящий урон в отхил. И, в принципе, тут уже проблем с прохождением не должно быть никаких. Единственное, кто может слиться, это, наверное, Ронин. Что Фрея... ну, оккультиста могут тоже слить. Но Фрея под оккультистом 100% разнесет базу. То есть он выиграет и время. Там в определенное время выкинули. Она вообще урона получать не будет. 100% все выжили. Без проблем. Прям сегодня топы. Зефир. Поехали, смотрим. Смотрим вариант. Ну, они просто попадают, они миссуют даже. Фрэнк. Фоба. Землеройка. Вот, кстати, хороший вариант. То есть нас, по идее, тут и блокируют, и забирают энергию, и зефир бьет.
все, что надо. Мы уже набили 32%. У нас пол хп. Сейчас, кстати, заодно затестируем. Юнитов попробуем. Ну, юниты, видите, здесь особо не спасают. Значит, кидаем вот такой вот вариант. С оккультистом пробуем. Оккультиста, наверное, сольют. Вот здесь, кстати, неплохо можно и закидывать еще дополнительно. Надо было это сделать раньше, до 60%. Ронина. Для того, чтобы он дополнительно у нас добил сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я уже всех выкинул. Блин, совтыкал, не посмотрел на юнитов. Жалко. Ну, что такое? То есть, как видите, Фрея на сегодня одна из самых топовых. Можно ее усилить разными героями с подхилами. Можно выпустить Ронина. Так, что? Ну, это что-то у нас... Это слабенькая база. Сейчас, прикиньте, мы на ней сливаемся. То есть вы выкидывать можете Ронина этого и втроем их. Вот выкинули с самого начала. Ронин у вас подобьет процентов 20-30. Остальное, в принципе, Фрея быстрее добьет. То есть в любом случае не вдвоем, плюс у вас еще есть оккультист, который не даст им так просто и быстро умереть. 100% прохождение, я думаю, любой базы, какой бы там на ней даф не стоял. В общем, вот так вот, ребятушки. Пишите комменты, что вы думаете по поводу героя. Но, как видите, оказалось, Фрея самый такой топовый на сегодня герой для прохождения битвы гильдий. Такой сборки, то есть тот же самый оккультист, ну, Барт, понятно, Барт там и так, я уже показывал его сколько раз, там без вопросов, но Фрея вот реально удивляет в такой сборке. Все, что у нас сегодня новый топ, 19688. Интересно, поменялись статы в этой акции или нет? Не поменялись. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.